Привет, мои дорогие! С вами Татьяна. Мы находимся в Цуме и посмотрим с вами одежду, обувь, нарядную, повседневную. Кому интересно, идемте со мной. А вот она я. Вот такая одежда здесь продается. Девчонки, вы задумывались, сколько производится одежды? Боже мой, эти магазины завалены. Огромное количество одежды. Мы с вами, потребители, теряемся. Что же нам купить? Посмотрите, какой пуховичок. Почти 25 833 евро. И бренд Ralph Lauren. Вот этот знаменитый бренд «Всадник на коне». 15 150. Вот такой пуховик. Здесь настоящий пух в составе. Видите, какой он огромный. Варсайз. Есть еще темно-зеленая. Вот такой капюшон. 19 900. 666 евро. Вот такая куртка с капюшоном. 11 тысяч гривен. 666 евро. 366 евро. Извините, девчонки, сбивает мне эта музыка громкая. В общем, красивый цвет с капюшоном. Вот такие есть вещи еще в продаже в этом бренде. Симпатичные. Такие свитерочки. 7500 250 евро. Такой тоже оверсайз пуховик. Очень приятный голубой цвет. Вот бренд. И такие расцветочки представлены. Кожзам рубашки. 3900. 130 евро. Смотрите, наряды на Новый год. Пушистые, красивые, блестящие. Вот этот бренд. Перья, блесточки. Вот такая прелесть продается. Вязаные вещи. Трикотаж. Смотрите, какие шапки, шарфы. Такие расцветочки. Тысяча 900 стоит 130 евро. Вот такие джемперочки классные. 4100. Вот такой свитер толстый. 136 евро. 4000 гривен. 133 евро. Вот такая вещь. Такой пуловерчик. 50% шерсти. Вот вы видели такие наряды? Смотрите, какие они прозрачные, воздушные. Вот. Это украинские бренды, я вам немножко покажу. Есть у нас и такие мастерицы, которые делают такие интересные платья. Это вообще, смотрите, жасмин. Вот такие необычные платья. Огромные рукава. Смотрите, очень театрально. Это все выглядит нарядно-нарядно. И такой цвет, смотрите, какой красивенный, фуксия. Вот такая юбочка. В общем, на какой-то праздник. Чтобы вас все заметили, вот надо покупать такое платье. Класс. Вот это уже более скромное, но очень приятный цвет, такой мятный. Классное платье. Цвета тоже замечательные продаются.
очень много интересной одежды. Вот такой кожаный костюм. Сейчас мы будем на втором этаже, а перед этим показывала вам товары третьего этажа. Валентина. Смотрите, какие шубы. Красивые цвета такие, особенно вот это. Ой, какое оно красивое. И замечательные молочно-бежевые сапоги. Товары Валентина. Такие шортики кожаные, джемпер, платье красно-черное, тема. И вот шуба, анималистичный принт. 28 750. Вот такая шуба. Видите, какая она красивая. 933 евро. А платье стоит 33 тысячи. 1100 евро. 17 200. Вот такое вот платьице. Смотрите, здесь ласточки, цветы. 569 евро. 14 466 евро. Вот такая вот блуза с галстуком. Конечно, очень дорогая здесь одежда, но выглядит замечательно. Ничего не скажешь. $20 900. Вот такое полупальто. Почти 700 евро. Смотрите, какое красивое пальто. Тоже почти 21 тысяча. 20 750. Вот оно такое. 700 евро. Без мал показывала. Имеет такой элемент на спине. Это что? Считается баска? Не баска, ну что-то такое интересное. 11 400 380 евро. Вот такая блуза интересного покроя. $766 евро. 23 тысячи гривен. Вот такое вот платьице мятного цвета. И много платьев, юбочек, рубашечек с сердечками. Вот это платье такое нежное-нежное. $743 евро. Вот такая юбочка красного цвета. Даже, можно сказать, она уходит в вишневый. Такой замечательный, красивый цвет. Классная юбка, ничего не скажешь. И вот такие сапоги. Нюдовые, нежные. По типу бушлат. Такое полупальто продается тоже. 476 евро. 14 300. Вот такой джемпер. Ну, идемте посмотрим следующие товары. Симба и Хлоя. Вот такой кардиган длинный продается. Такой у нее бабушкин деревенский вид. Но сейчас это все очень-очень модно. 9000 гривен, 300 евро. Если хорошо постараться, можно самому такое связать. Но, конечно, качество отменное. Ничего не скажешь. Смотрите, какое плащ-пальто. Клеточку. 16 350, 543 евро. Вот такое пальто. 17 650, почти 600 евро. Вот такое вот платье. Видите, здесь тут присборено. Чуть ниже талия. Вот такой принт.
10 343 евро. Вот такой кардиган с поясом. Здесь одна пуговичка, видите? И вот такое романтичное платьице кирпичного цвета. 9000 гривен, 300 евро. Вот такой джемпер. Вот такого молочного цвета. И вот такое зеленое платьице стоит 11000 гривен. 366 евро. Вот так это выглядит. Толстый двухцветный джемпер. 9800 гривен. 330 евро. Видите, здесь сочетание такого болотного и синего. Вот платье, что я вам показывала. Видите, как оно выглядит на манекене. И, возможно, будет выглядеть на вас, если вы его купите. Огромное количество разных нарядных платьев. Девчонки, имейте желание купить платье. У вас огромное количество предложений. Выбирайте. Покупай, не хочу. Вот такое замечательное место. Сум. Здесь столько роскошных, красивенных платьев. Это просто заглядение. Пайетками, смотрите, какое огромное количество этих платьев. Нарядные, красивенные, на Новый год, на праздник, на свадьбу, куда угодно. Смотрите, какое платье, очень романтичное. Здесь блестки, бисер, пайетки, стрекоза. Вот такое романтичное платьице. Здесь я не увидела цены. На одном я вижу, что написано 7000 гривен стоимость. Вот это 7050 гривен стоит с открытой спиной. 234 евро. Сейчас покажу, как оно выглядит спереди. Вот так. Почти 14000. Вот такой комбинезон в пайетках. 466 евро. 15000 гривен, 500 евро. Вот такое нежное платьице. Почти 5000 украшения. 160 евро. Вот такое счастье блестящее продается в ЦУМе. 11000 стоит вот эта платьица. 366 евро. Очень нежная, ароматичная, с длинным рукавом. И вот такое. Приблизительно такая же цена. Длинный рукав. Оно более строгое. Это такое более романтичное, женственное. Вот как выглядят такие платьица на тоненьких, красивых манекенах. И также будет выглядеть на вас, если вы приблизительно такого же размера. Как вам это платье? Тед Бейкер, как мне однажды сказали, что это любимый бренд королевы Британии. Здесь продаются сумки-пакеты, кто любит такую стилистику. Смотрите, какая замечательная одежда, обувь, перчатки, шапки. В общем, здесь много чего интересного продается. 3200 гривен, мягчайшие кожаные перчаточки. 106 евро. Такая
одежда здесь продается. Курточки темно-синие из твида. Такие длинные жакетики. 13 тысяч гривен. И вот такие маленькие сумочки, почти как кошелек. На тонкой цепочке. Вот такая нежнятина. И вот еще бордо, глубокий зеленый цвет. 13 тысяч гривен, 433 евро. Вот такое платье. Смотрите, как замечательно сочетается темно-зеленый цвет и бордо. Бренд Нанушка представлен вот такие товарами. Смотрите, оверсайз пальто, пальто-халат. Вот такая замечательная одежда. Вот еще какая замечательная базовая вещь. 8950, 300 евро. 26 150 гривен. Вот такая куртка, слегка стеганая. 869 евро. Такого же красивого цвета юбка стоит 13 тысяч гривен. Вот такой замечательный комплект можно составить. 19 150, классное стильное платье. Здесь пуговицы до низу. То есть платье халат с элементами кожи. 19 150, это у нас приблизительно 636 евро. Вот так оно выглядит. Очень стильное платьице. Дутики, курточки, пуховички разных-разных цветов. Девчонки, вы готовы к зиме? Вот вам варианты одежды. Тысячи. Это 133 евро. Ну, приблизительно, девчонки. Здесь также продается неон. И вот такие нежные. Ну вот, мои хорошие, мы с вами рассмотрели товары в ЦУМе. Надеюсь, вы для себя что-то увидели интересное. Возможно, вдохновились. Пересмотрите свой гардероб и докупите только самое-самое нужное. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. До новых видео. Комментируйте, ставьте лайки. Все, мои дорогие, будьте здоровы. Пока. Марк Джакобс. Сумочки классные. Сумки, дутики, коуч, вот такие замечательные сумки, большие, маленькие, для путешествия, для повседневной носки, вот такие сумочки, коуч. Необычная сумка. 4100, 136 евро. Обувь Джимми Чу. $12100, 403 евро. И есть такие же черные, очень-очень стильные. 30 тысяч гривен, 1000 евро. Вот такие классные сапоги. Есть еще черные. И с узким носом.
Я думаю, такая же цена. Серджио Росси, наверное, итальянская фирма. Вот такие классные, классные, классные. 23 650, почти 800 евро. Вот такие ботиночки, очень классные, анималистичный трим, будет привлекать внимание. Пока.